хочешь кто? Собачка? Да, собачка. Девчонки, давайте вот главный настрой должен быть, да, положительный, потом все остальное. Здравствуйте, Ксюша. Так, девочки, вы готовы? Теперь обувь снимаем, надеваем вот эту. Немножечко развернем, как мы последний делали. Шляпа должна чуть-чуть себя перекрыть, да, только чтобы бороду было видно, да, и шляпу была. Давайте попробуем. Вот у меня насколько хватает руки. Карин, ну улыбайся, где твои ямочки? На самом деле так красиво, да ты не улыбаешься. Каренчик, да. И дальше быстрые стоки. Раз, и два, и три, и четыре. Рука через третью. Пять и шесть. Алюнже. Снова. Про хвост, короче. Вот так. Получается, две ниточки на каждую, да, эту? Нарисуй на носу, да. Можно вот так кистью было, смотрите. Ну да. Путаем, мы как, слушай, я это как пауки. И два, и раз, два.
два, в одну сторону Ксюша, три, четыре, пять, назад, баланс не забываем, так, еще раз. Так, вот угол там угол. Вот сюда вот. Вверх вам расправить. Сюда косы. Да. Руками так делаешь? Куда ты туда прям так делаешь? Делай прям вот. Так. Или старайся пачки. Так, что у тебя там с ногами? Весь ноги твои. Так, отвалятся ноги. Ну-ка, быстренько сняла. Так, еще пуанты всегда должны быть чистыми, да? А у меня не были чистые. Вот раз, а потом пошла уже вторую. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, хорошо, стоп. Раз, и два, и голова вперед, раз, и два. Погарся, кто прогнулся куда-то, если может прогнуться. Еще стопочку, пяточку от пола отрывай. Вот, хорошо, молодец. Три, четыре, и раз, два. Побежали. И корпус еще больше, раз, ножки, два, три. Смотрите, разошлись. Раз, два, три. Раз, два. И раз, два, три. Прыжок! Варя уже подняла руку, а ты ей потом подаешь.